В темное время суток и при плохой погоде риск ДТП возрастает многократно. Сырой асфальт, слабое освещение, заметить пешехода на дороге, да еще вне зебры, практически невозможно. Как избежать несчастных случаев и чувствовать себя в безопасности в любое время суток? Сотрудники госавтоинспекции Волгоградской области провели профилактическую акцию «Засветись» и напомнили волгоградским пешеходам о важности световозвращающих элементов. Осенью и зимой, когда большую часть суток темно, даже взрослого пешехода заметить на дороге удается с трудом. Ребенок и вовсе почти не видим. Исправить ситуацию помогают светоотражающие элементы, вставки, значки или эмблемы. И это тот случай, когда много света не бывает, говорят сотрудники ГИБДД. Виден, значит, жив. Люди очень любят использовать темную одежду, и поэтому мы напоминаем, что на одежде, на трассе обязательно наличие световозвращающих элементов. В городе это рекомендательный характер, но тем не менее это поможет спасти вашу жизнь. Чтобы напомнить волгоградцам о важности световозвращающих элементов, сотрудники госавтоинспекции вместе с общественниками вышли на один из оживленных переходов на трассе Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань в Городищенском районе. Вручили пешеходам световозвращающие аксессуары и рассказали, как правильно расположить их на верхней одежде. Чтобы в темное время суток тебя было видно, мы тебе подарим световозвращающий, ты можешь ее одеть куда-нибудь. И в темное время суток тебя будет видно. Все большое. Так что будь в безопасности и соблюдай правила дорожного движения. Спасибо большое. Световозвращающие элементы помогают пешеходам стать заметнее на дороге. При плохом освещении и при ближнем свете фар пешехода без световозвращателя автомобилист сможет заметить лишь за 25-50 метров, тогда как со световозвращателем расстояние увеличивается до 200, а этого уже достаточно, чтобы водитель успел вовремя среагировать.